Почему Fortnite не тот же чатик? Ты замьючен. Ты замьючен. Привет. Написал. Сейчас я попробую в телегу позвонить. Сука, он запретил звонки ему в телегу. Не знал, что так можно. Меня слышишь? Нет, я попытался ему позвонить в Дискорде, и это выкидывает из чатика. Угу. Не появляется мысли отказаться от офиса, от нашего. Жалко, конечно, что он там так стоит одиноко. Ну, столько времени на него угрохали, там... Полгода ждали, пока все время сроки отодвигали для переезда. Всем так хотелось туда переехать. И теперь он стоит, пилится. Никто им не пользуется. Ну, как склад, да, конечно. Но три этажа снимать ради вот серверной и Вадима. Нет, я просто боюсь, что, ну, снова будет переезд куда-нибудь. Ну и было предложение небольшое по реструктуризации. Не только мое. Типа, ну знаешь, там, не рассаживать всех по командам, а просто сделать так, чтобы, типа, все где хотели, там и сидели. И сделать шкафчики, типа как в фильмах про американские школы. Чтобы, ну, там можно было барахло свое сложить. И идти садиться за любое место, какое хочешь.
Ну а что, если мне не хватает места в моей тумбочке сейчас уже? Ну да. Ну, умереть аппетит, значит, всем придется просто вот и все. И сегодня наконец-то клавиатуру привезут. Три раза, короче, откладывали, типа, мол, там проблема с доставкой, типа, поставщик подводит. Проблема с доставкой, там, тра-та-та. Вчера вечером пришло письмо. О, нихуя себе. Я все равно проиграю в ссылку.
Подожди, это что, уже тоннель у них, что ли? Да ну нахуй. Или это у них какая-то специальная хуйня, типа, дорога через горы. Ну, я в ахуе так-то. Ah!
Блять, Голландия, мой союзник в войне, блядь. Просто, блядь, самые боевые виды, нахуй, блядь. Армия, блядь. У них уже армии есть, ёбаный в рот.
голове не в жопе от этого. Я случайно это сделал. Ничего себе. Голосовалка Logitech Gaming. За самую любимую RPG победил Witcher 3 над Skyrim. То есть Skyrim уже не самая любимая RPG. Бичелеза, пора задуматься. Пора выпускать, блядь, шестые свитки. Главы Азербайджана, Армении и Туркменистана отказались приезжать на парад, зато приедет верный Дадон и сербский член президентства Боснии и Герцеговины Додик. Так что будут у нас на Красной площади вместе стоять Дадон, Додик и Путин. Лукашенко приказал госпредприятиям выводить деньги из российских банков. Так. Троян. Я уже воюю с Трояном или нет? Троян это Рим? Ага, сейчас, блядь. Очень надо захватить Бангалор, блядь. Чё, всё, да? Games.
Денис! Денис! Его тут нет. Я знаю. Я надеюсь, что он слушает. Не услышит. Поиграем? Ну да, сейчас запускается. Ну, мы перебираем, потому я с какой-то времени замечусь и буду делать ходы, но не говорить. Окей. Чё там, как у вас, Миш, в Питере-то дела? Ёбаная жара. Тот, кто говорил, что в Питере плохой климат, нет солнца и постоянно дождь и прекрасная погода, пиздел. Тут жарко, влажно и постоянно светит солнце ебаное. Ненависть моя не знает границ просто. Это просто природная аномалия в этом году, вот и все. Да весь тот год какая-то природная аномалия. У меня пропал пункт сетевой. А, нет, все на месте. У меня грузится, если что. У меня тоже запускается. Поэтому в Питере я недоволен погодой. А в Ярославле как? Ёбаное солнце, жара аж пиздец. Я вчера был норм до вечера, вечером ливень ебанул. Сегодня облачно весь день, вот только сейчас солнце вышло. Мне даже пришлось кофту надеть, чтобы из дома выйти. Без трусов? Нет, я в трусах. Так, Миш, мы ждем кода. Что у меня запускается? Благодарю. За что? Не послышалось ли ты сказал приятного? А я просто кушаю и сижу. Ты он сказал приятного аппетита. Благодарю. Скинул код. Так. Ом-ном-ном.
не кот. Не Ом-Ном-Ном, Ом Джон. Джонги. Леша уже готовый. Ну, у него SSD 4 га. Да я просто уже играл в силу. Пока вас ждал. На какой сложности играешь? Ну, которая следующая, ну вот. Король вроде. Да. Ну там, блять, меня вообще имеют пиздец. Не знаю, я вот тоже играл недавно в Кинге. В принципе, изи, хоть я и проиграл. Но я проиграл только по своей глупости. Вот, думаю, на следующий на императоре попробовать потом. Отошел. У меня лоудинг. Ну, здесь я точно не выиграю, просто потому что мы начинали очень странно. Ну хоть доиграем. Не у меня. Миш, ты смотришь этот? Речь Путина? Миша, не смотри речь Путина. Я ничего против не имею. Владимир Владимирович, помните. Типа только мой ход, а вы уже скинули? Нет, я еще хожу. Ну ладно. Да, тоже теперь его жду.
Почему мы так долго грузимся? Мы не грузимся. Ты еще грузишься, что ли? Если что, я вас не слышу, к сожалению. Чё? Ну, мы-то тебя слышим. Миша, на личные какие-то, наверное, проблемы, что он нас не слышит. И до этого-то он нас тоже не слышал. Денис, ты меня слышишь, да? Да, я тебя слышу, как ты меня. А, Waiting for Steam Show, да, написано. У меня есть город, который называется Манго. Манго? Нет, именно Манго. Там тянки, видимо, живут. Ой, Михаил. Что-то написала, Steam Shot же нет. Миш, ты ведь нас слышишь сейчас? Должен. Ты меня слышишь сейчас, Денис? Я, да. Хорошо. Я просто устройство переключил. На RTX. Чего нам нужно? Вот это хрень. Короче. Я тебя не понимаю. Правильно, на этом еще.
ничем будет тут выиграть. А Газмунда это кто? Это Илюх? Ага. Нет, я Вен Ван Динга. Это, видимо, локализация какая-то такая. Потому что у нас нет такого. Короче, кто тебе войну объявил? Я еще не совсем понял. Не, никто не объявлял войну. Mm-hmm. А, Газграмму это эти города-государства. А, они, он ушел под этот, под... Да, все, я понял, они французские стали, и мои города-государства на них получились. Ой, нет. Ладно, 77 ходов, я не готов ждать.
Не, город называется Гори. Гори? Да. Так вот без голоса, вообще говоря, выглядит, как будто с ботами играешь. Но, в принципе, не сильно отличается. Я про то, что Миш не разговаривает, или я когда не разговаривал. Примерно как с ботами, реально. То есть, ты меня ботом назвал, да? Да. Сбил меня с мысли. Я думал, что хотел сделать. Ты мне денег хотел прислать. Нет. Иногда кажется, что я слишком много городов построил. Можешь мне прислать и город, в принципе. Окей, тоже. Попробую отобрать. О, прикольно, я не знал, что можно людей покупать великих. Блин, я тебе говорю, у меня, ну, я армию-то на паузу всю поставил, теперь у меня городов слишком много. Сколько у тебя городов сейчас? Так, здесь вроде где-то была вкладочка. Ну, потом, на следующий ход посмотришь. Еще я как бы веду колонизацию, как бы. Колонист? Колонизатор? На север отправился, там много маленьких островов, которые никому не принадлежат. Зачищаю их там. Пока. Блин, где же был список городов? Где-то не был. Mm.
Да, блин, точно где-то был. Ладно, придется считать. Раз, два, три. Да мне самому интересно стало. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Блять, забыл я это считал, нет. 15, 16, 17. Ну, короче, дохренище. Просто пиздец, как дохренище. Не могу понять, ты Миша что-то хотел сказать или... Чего? Я не могу понять, ты Миша что-то хотел сказать, там был такой звук или нет. Такой? Нет, другой. Ну ладно. Просто всегда возможно, что это мой стул скрипел. Не исключено, да. Добрячил. Нет, еще нет, он сказал ща. Он сказал сейчас все. Ну, короче, все он сказал. Так же, думаю, дело сделано. Чего старости? Ну, вижу твою пушку и генерала.
лес вырос. Миш, ты вообще тут, нет? Видимо, нет. Может, подрочил весь на это? Он уже падает. Кажется, я уничтожил всех варваров. В мире? Угу. Ну, они же появляются. А, я вижу твою мангу. Так. Так, так. Чё так-то, ничего же не так. Я себе. Я впервые такое вижу. Я, короче, могу построить кампус. И у меня в нем будет, ну, чисто от территории, плюс 7 науки. Видимо, город много рядом. И дистрикт какой-нибудь рядышком тоже. Ну да, понятное дело, что много всяких ништяков вокруг. Я вот впервые вижу прям так много сразу. Что прям плюс 7. Так.
Миша, ты тут? Миша. Михаил. Может, то, что он сказал, что он нас не слышит, если что, ну, это означало, что он, ну, специально отключил звук, чтобы нас не слышать. Ну, я так думаю, что он, скорее всего, нас вырубит. И либо смотрит что-то, либо еще что-то. Мне так не очень прикольно играть, если честно, не скучно. С каждой секундой того, что мне скучно, мне хочется все больше и больше ливнуть. Я вообще думаю, знаешь, что надо делать было? Нахер компов. Надо было маленькую карту на нас троих. И вот там пизделовки были бы постоянные. Ну, то есть не вот эта вот тупо дрочка. А мы бы играли друг с другом. Тут что-то я вас вообще не чувствую, скажем так. Что нет. Есть, что нет. Тебе повезло, что ты меня не чувствуешь. Да ну, это игра с компьютером, это не очень интересно. Я бы лучше тебе проиграл, чем вот... Ну вот Миша уйдет 8, можем вместе поиграть. Вдвоем. Я, наверное, 8 уж тоже пойду. Мне надо сейчас ребенком откачивать. На очередной сон. Там же он на ночь засыпает. Я не заставляю. Просто предложил. Да, я объясняю, что не получится так. Сейчас у меня такой график, что сложновато. Так. Вавилон? Меня отжали Вавилон? Вот. Вполне возможно, это был я. Нет, тимшот. 21 человек у него там. А он, наверное, эту заслал туда. Так у меня там баба тоже гувернёр сидит. Ну, 31. Только что было 18, стало 31. Это что такое вообще? Это как? Ну-ка, гувернёры. View promotion. Там типа человек 16 или что ли.
И буста, может, не было в этой пабы. То он взял и жахнул. Сколько дипломатии? Ход. Дипломатия. Фейвор плюс 7. А у меня минус 4. Ну это нормально. В большинстве случаев такая хрень. Причем больше всего за то, что столицу оккупировал. Это что-то я считаю несправедливое. Ну, ты же имеешь по пути. Не, я иду, это они на меня напали. Ой, стало минус 2. Не, после 10к так надоели эти стандартная музыка. 10к так ты много играл, потому что... Миша моего шпиона. Так, я АФК несколько минут.
Да. Не, наверное, я больше так не буду играть. Это очень скучно. Большое извинение за то, что отошел. Мне клавиатуру привезли. Поздравляю. Механику? Да. С тактильным. Ну, то есть, ну, не совсем шумный. Ну, звук есть. Но главное в нем отдача. То есть, оно, короче, так в палец тебе отдает нажатие. Чё? Я думаю, что я ливну через 5 минут. Миша, где я? То есть социальная составляющая, она выключена. Что-то ты пропадать стал как-то так. Каждое слово. Не знаю. Может, вот так будет лучше. Не знаю. В общем, я говорю, что мне скучно. Поэтому, наверное, сейчас еще ходик сделаю или... Надо сказать ему, чтобы этот сохранил тогда хотя бы. Ну, даже если я ливну, он же может сохранить. Ну, хрен знает, вернешься. Сможешь ли ты потом опять подключиться? Да пофигу. Ну просто вот такие игры, когда ты вроде с человеком поиграть собираешься, а он там, не знаю, где-то YouTube ходит, смотрит. Мне интересно, просто скучно. И раздражает. Ты садишься играть, ну надо играть. Ну я согласен. При этом еще, типа, я до 8, потому что я потом иду с другими ребятами играть. Вот по-любому они там не так же играют. Хотя, может, и так же, но это тогда отстой вообще. Рок-то вся помятая, как будто, блядь, извини, не знаю, хуй знает как. Ты, может, ходить будешь? Или на коробку смотреть? Должны. Сорян, я тут. Чё ты делал? У нас к тебе претензий очень много. Еду заказывал. Почти час? Да. Постоянными отходами. Чтобы сделать ход. А что за претензии-то? Скучно мне очень играть, когда мы играем и так мало, так еще и молча. Поэтому я собираюсь ливнуть. Это не игра. Ну, это то же самое с компами, пойти поиграть, только быстрее. И вообще, я думаю, знаете что, если играть, то создавать карту без компов, маленькую, где мы втроем, и прям с первого века пиздиться. Я не люблю в цивилизацию пиздиться. Я не за это не играю. Просто, а чем это вот реально от того, что с компами играть отличается? Ну, три тела ничем. Ну, типа, в три тела только скирмиши устраивать. Не, согласен, если бы у нас было человек 8 здесь. Да, согласен. Там можно играть как угодно. То есть можно дипломатически, религиозно, то есть совсем управление, потому что да. А ну вот да, сейчас. Просто, типа скирмиши я мимо. Это точно. Так, ну, зазывайте людей. Вон еще у нас есть Артём, Серега Шахназарова хотел сказать.
Чехранов тоже в Сиву поигрывает. Только не хочет онлайн, типа, идти играть почему-то. Да я больше чем... Ну, я понимаю, почему он не хочет играть. Потому что, собственно, люди, которые любят вот так на развитие просто покатать, компами реально проще. Я как-то пробовал в сетку поиграть просто сам, с рандомными людьми. Практически все там играют в одну стратегию. Тараны, кавалерия и погнали. Ну да, да. Поэтому... Это как пытаться с кем-то в онлайне поиграть в Sins of Soul Empire. Или в какой-нибудь покрас от парадоксов. Ой, я даже не знаю. Честно. Ну, если звучит парадокс слово, то это, ну... Пошаговая такая... Ну, не пошаговая, не. Она 4x, и она не пошаговая. Стратегии, как правило, у парадоксов все основаны на какой-то ультраглобальной карте, на больших временных промежутках. И по сути ты просто красишь глобальную карту в цвета своей фракции. И у парадоксов все стратегии построены именно на этом. А когда покрасил, то чё? Ну, типа, победа, ты там проходишь сценарий, выполняешь какие-то конкретные цели, достигаешь победы. Я понял. Вот. Типа, у парадоксов история. Вот. А так, хз. Просто, именно что подраться... Черт. Да не, дело бы не только, чтобы подраться. Просто, понимаешь, вот реально, мы играем 5 раз, и когда тихо, то есть мы ничего не обсуждаем, ты уходишь, либо я ухожу, и вокруг меня компы, я даже не знаю, чем вы занимаетесь, реально ничем не отличается от того, что играет. Мы первую вроде партию играли, что-то молчим, я такой, бля, ну ок, неуютно, ну ладно, молчим. Сам разгонять не знаю, чем разогнать. Типа не, первым... Ну мы там молчали больше, сейчас времени все равно, что первый, что второй. Ну не знаю, может быть. Первую мы нормально поиграли, поболтали. Вторую я был с ребенком, я замьючен был, да, консервация. А сейчас, блин, я заказывал хавчик, пока определишься, типа, откуда заказывать. Я бы проголодался, я или бы сдох от голода, пока ты определяешься, если честно. Да блин, ну это... Когда не знаешь, что хочешь, но хочешь. Типа, ты не знаешь, что ты хочешь, но ты знаешь, что ты хочешь что-то. Попроси да. Лёху, он тебе сделает приложение, которое будет случайно заказывать тебе еду. Ты будешь потом отменять заказы и заказывать, что ты уже на самом деле хочешь. Я уже думал об этом. Но зато это как бы, ну, помогает определиться. Ну, даже если ты перезаказываешь, все равно это помогает тебе определиться. Ну что, вот этого ты точно не хочешь. Нет, знаешь, это какая-то автоматизация очень странного типа. Я бы сказал, костыль ради костыля. Ну, а если, ну, как бы, ну, либо сиди, выбирай 22 часа. У меня, кстати, ну, было маленькое предложение, которое... Этот... рандомное кафе, ресторан, бар в радиусе километра от офиса показывал. Миша, а во что ты играешь, кроме вот морей? А, кроме морей, в Тарков. Ты все еще играешь в Тарков? Да. Так наш сессион, почему? Ну просто одному там тоже не поиграть, и там нужны люди. Последние пару раз, когда я заходил поиграть, я полчаса прождал, пока закончат, ну, там, у Никиты Сякина, Тима ну, есть. Да, ну, как Тима, просто народ собирается играть. Ну, я полчаса, короче, ну, дважды просто было так, я полчаса прождал, пока они закончат, чтобы присоединиться к ним. Меня убивали в течение 30 секунд, короче. Вот. Полчаса прождал, 15 секунд, смерть. Все, вся игра. Ну. Первые часов 10, наверное, и правда так будут.
Таркове. Ну, просто до этого мы как бы с Никитой вдвоем заходили, мы там, ну, по часу, наверное, ходили там, шкерились так аккуратненько. Никита просто водил, вот, а пацаны на опыте. Пацанам как бы, бля, ну вагон и вагон, отлетит, отлетит. Типа, пацанам нет дела до этого, плюс-минус. Ну давай еще во что. GTA в пятую играл. Кого? GTA? Да, в GTA пятую мультиплеер с противниками поигрываем. Мы когда пытались с Саней Сорокиным играть, даже два раза пытались начинать. А это, если у вас нету фулл сквада из четырех человек, то вообще бесполезно. То есть GTA 5 это такая история, как сродни там любой другой мохи по типу там World of Warcraft. Каждый день заходишь, делаешь делики, исполняешь ограбления и... Ну, но... нас тупо достала загрузка каждый раз. Да. Еще какой-нибудь хуило ливанул, матч отменился, ты сидишь, блядь, опять полчаса ждешь, пока тебя на глобалку вернет. Из-за загрузок мы тоже очень дико горели. Они, я не знаю, во время загрузок игры GTA можно научиться медитировать просто. Ты постигнешь дзен. Я вас зову Fortnite погамать. Весело, не обязательно иметь 4 человека. Она активная, быстрая. Не знаю. Что меня отталкивает в Fortnite, но вот, блядь, что-то отталкивает. Строительство стен. Нет, это прикольная механика. Чё? Это прикольная механика, которую просто трудно освоить. Мне не понравилось, знаешь что? То, что там ничего трудного нету. Строительство тупых лестниц. То есть, ну, драка заключается уже скорее не в том, насколько ты метко стреляешь, а то, насколько круто ты и высоко можешь бесконечную лестницу построить и забраться туда. Вообще круть. Не знаю, мне это прямо как-то... Ну, тут... я этого не делаю. Вообще не строю. Почти. Вот, и очень часто выигрываю при этом. Вот, просто, типа, свой батл-рояль я нашел. Это колда. Который этот, Modern Warzone, или как-то там... Warfare. Она мне тоже нравится, но в ней я не особо вижу... Не знаю. Просто Fortnite мне почему-то нравится больше, потому что он какой-то, ну, живее, анимированнее, светлее. Ну, не знаю, как-то... Он у меня больше... Анимешник ты просто. Да нет, как раз таки нет. Просто мне кажется, этого мне не хватает. Вот именно яркости. В LoL поиграй. LoL заебись. С 10-го года играю. Нет, мобы вообще не моё. Не знаю. Я в LoL сам лично играл, по-моему, один раз. Когда... Ну, так получилось, что я в Dota начал играть. Раньше LoL. Ну да, типа зависит от того, во что раньше начал играть, к тому и прикипел, типа, тут вообще глупо спорить, что лучше или что хуже. Тут даже, знаешь, просто с Сашей Сорокиным, когда-то мы в Доту вместе играли. Саша Сорокину. Чего? Все соседи. Да он козлина, он нас привел, блядь, в десятки игр, блядь, а сам ливанул, блядь, через пару месяцев. Он постоянно мелькает, что касательно игр, что у тебя, что у Лёши. Ну, может быть. Да, суть в чем. А у него девушка сейчас играет в LoL. Жена, да, вернее, уже. Подлива мясная, блядь. Чего? Да, у нее погоняла панковская подлива мясная. Мы в одной панке тронули, не были. Плюс-минус. Вот. То есть я помню, как она на концертах пела в своей группе как последний автобус. Вот. Было весело довольно. Месились прямо у сцены. Если честно, панками я вас, наверное, не назвал. Потому что те панки, которые были
Нак, там были пожестче. Не, ну, как сказать-то, я-то точно не был панком. Я скорее был просто рядом с этой тусовкой. Вот. А... Мама, я не панк, я просто рядом стоял. Да-да-да-да-да-да, я не курил, я рядом. Меня поддержать просили. Вот, ну все-таки, да расскажу, в чем суть. И как-то они меня, ну, за компанию, я решил в LoL с ними поиграть. Мне не понравилось. Потом Саша Сорокина, когда спрашивал, да вот эти фигни, так что такое LoL? Он говорит, слушай, ну LoL это дота на минималках. Как бы. Так что, и после того, как я лично в это поиграл, я согласен. Я играл 400 часов в доту, я играю с 10 года в LoL. Вот. Дота, она слишком, как сказать-то, она не дает такой флоу. Она медленная. Она слишком разрывистая. Просто дота, это когда ты, как сказать, если представить ее в виде американских горок, то это когда ты очень долго поднимаешься в горку, а потом резко съезжаешь вниз. Лига легенд это, типа, не такие высокие пики, вот, но и не такие, как сказать, не такие резкие спуски. Она поплавнее чуть-чуть. Mm-hmm. В плане потока, вот как ты играешь в нее. Я поэтому... Меня по ощущениям. Так. Я поэтому, если в доту играю, то играю в турбо-режим, который, там, ну, 15-20 минут максимум. Ну, вот он, да. Он ничего... Ну, не знаю, они, да, они вроде взялись, как сказать, Rito Games взялись на себя стырить лавры Blizzard. Исходя из того, как они развивают сейчас свою вселенную. Mm-hmm. Ну, типа, они выпустили Valorant с отдельной вселенной героев и прочим лором. Они... Да, 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 ты... Можно, как сказать-то, поливать Valorant говном, это модно, окей. А, этот... Лично для меня это, типа, точно такая же контра, только, типа, в профиле от... Не знаю. А, так вот. Короче... Что дальше? Они будут выпускать RPG, они будут выпускать файтинг. Ну, RPG в стиле Diablo, типа слэш. MMO или? А, слэш. Как Diablo. Вот. И да, и MMO там тоже где-то мелькало. Короче, у них такие наполеоновские планы на развитие вселенной Рунтеры. Ну, хорошо так-то, на самом деле. Мне вот хорошие MMO RPG-шки давно не хватает. Блин, а хорошие MMO хз. То есть я... склонился уже в сторону того, что вот, ну, типа та же Sea of Thieves или GTA, а такие сессионные ММО, то есть не, ну, не полноценные, как WoW, которые тебя затягивают прям с головой и на кучу часов, и без этих, как сказать, без двух бутылок не разберешься. Mm-hmm. Вот, а типа, например, ну, что-то реально по лайтове, то, что можно осваивать какими-то прям ультрамаленькими кусками, и... Mm-hmm. Там в течение недели, грубо говоря, освоить основные механики. Вот. Так уж получилось, что... Опять же, я... Да, все. Ладно. Давайте делать последний ход, и я пошел. Так уж получилось, что я в детстве играл в линейку. Там никаких супермеханик нет. Но... Она как бы до сих пор для меня остается такой самой топовой. Riot я засираю, ну, я в него поигрываю иногда, в надежде, что там, типа, что-то появится. Я вот нихуя не заметил никакого лора, вот, просто никакущего. В Valorant? Да. Ну, Лёх, я видел, как ты поигрываешь, поверь мне, можешь не играть. Просто не твоя игра, вообще не твоя. Не, я потом-то привык, ну, получше стало. Я выигрываю, и там, ну, и в топе бываю. Ну, то, что я видел там, это же... История в этом контексте. Сохраняй, Миша. Ага. Да-да. Оно этот, как там... Оно сейчас будет только-только разгоняться, то есть оно очень медленно будет разгоняться. Честно, я не верю, что оно будет разгоняться. Ну... Я просто провожу, делаю выводы из того, как развивалась Лига Легенд. Она развивалась 10 лет до того момента, ну, то есть до того, что есть сейчас. При этом лор там был, ну, очень скудный, первые года 4 точно. Всё, ты сохранился? Нет, наверное.
Вот, то есть первые года 4 там был очень скудный лор, и тоже этим игра похвастаться не могла. И у Valorant будет такая же история сейчас. Они будут методом проб и ошибок как-то простраивать дальнейшее развитие игры. Вот, отталкиваясь, так сказать, скорее от пожеланий комьюнити и пожеланий киберспорта, нежели от каких-то прям своих хотелок. Ну, типа, очень-очень модная модель реализации продукта в последнее время, если посмотреть. No Man's Sky, Fallout 76, TES Online, тот же сейчас Valorant будет. Еще какой-то проект был. А, тот же Sea of Thieves. То есть они просто... Battlefront 2. Они просто исправляют свои продукты. По большей части. Выпускают какой-то каркас выпускают, ловят волну хейта, как-то отбиваются на рынке от падения акций после этого. И, игра-сервис дальше им начинает приносить прибыль. То есть они в любом случае на популярной франшизе зарабатывают в таком ключе. Ну, понимаешь, просто играть от этого в это не хочется. Да, там есть всякие фаны какие-то, и я не верю, что это разовьется в сильное. Тот же Лол, почему он стрельнул? Он стрельнул, потому что Дота стрельнула, если честно. Нет, Лол стрельнул, почему? Потому что он, во-первых, вышел раньше, чем Дота 2, и он шел, сука, по сравнению с Дотой 2, даже на этих, на пеньках четвертых. То есть он захватил азиатские компьютерные клубы всех мастей. Он их захватил после того, как... Он их захватил после того, как произошел International, и как объявили второй International с еще большим пулом призовым, после того, как куча людей бросилась играть в Dota, тогда был реально ее пик, наверное, и поняли, что Dota очень сложная для них. Тогда они стали искать что-то попроще, типа Dota. Dota весьма недружелюбна к новичкам от слова совсем по сравнению с той же League of Legends. Да. И вот на этом фоне Лоу взлетел. Вот. Ну да, и то есть не последнюю роль сыграла и оптимизация самой игры, и подобная этот популярности Dota. Привет, привет. Здрасте. Мы у меня на руках сидим, да? Вот. В общем, я, за что-нибудь поиграть вместе, но... Где будет взаимодействие? Мне очень скучно играть в цивилизацию вот в таком формате. Это с компами. То же самое, сорян. Но я, наверное, не буду продолжать. Это понятно. Тут как не спорит никто. О. В общем, я за любые игры, хоть ММО, хоть какие, где... И для меня, кстати, идеальная игра, почему ММОшки мне очень нравятся. Потому что там ты можешь играть как один, ты не зависишь от команды. Но так и всегда есть именно групповые ивенты. И на групповых ивентах уже вот социалка проявляется. Не, социалка проявляется. Скажи что-нибудь. Блин, а, микрофон. Я даже не знаю, что можно было бы поиграть. Ну подумайте, если что, зовите. Сори, я, наверное, пойду. Ну, в общем, я за любую активность, лишь бы была социалка. Всего, давайте, счастливо. Давай. Спокойной ночи, Артему. Хорошо. Спокойной ночи всем. Я пойду устанавливать свою новенькую клавиатурку. Блять. Да, что хоть взял? G512. Logitech? Да. С ромер G тактильными. Так вот. Так, карбончик, который, да? Да, она карбон. Ну, блин, скелетная механика. Ну, она вполне классическая такая. Да. САС так-то. Главное, что вот есть RGB. Для меня RGB важная, потому что мне нужна подсветка. И подсветка, которую можно переключить в белый, а не в пидорский красный. Это вообще шикарно. Но, сука, семерик. Ну, знаешь, семерик — это еще хорошая цена, и мне вот удалось найти только за восьмерку. А в большинстве мест они стоят десятку. Хуя. И то я ждал, пока приедет, почти месяц.
Ну, я понял, да. Ну, периферия такая добротная. О. Я просто этот Logitech взял мышку недавно, там, G305. И охереть, как я доволен. Я даже этот... Я вот тоже раньше не верил в Logitech как, как геймерскую, ну, какую-то аппаратуру. Но вот после вот моей мышки, которая... Что, 502-я. Я поверил. Ну вот я посмотрел, типа, обзорчики, всю хуйню. Посмотрел на характеристики и такой, о, бля, есть флагманская, типа, 705-я. И есть не флагманская, 305-я, субфлагманская. Я такой сравниваю, и от флагманской она отличается только с верстоперделками по типу этого, по типу RGB-подсветки и каких-то там иных материалов. Ну, что-то такое, может, потяжелее. Вот. А все основные функции, и в том числе и начинка, она такая же. Я такой, бля, кошерно. То есть добротная мыша за добротный ценник. Вот. Просто я-то до этого, ну, до переезда в Питер, долгое время сидел на SteelSeriesовской мыше года, наверное, с 14 или с 15. То есть я уже забыл, что есть другие мышки. В принципе. Вот. И тут, когда встал вопрос покупки новой мыши, он был тяжек. А еще я рассматривал только Logitech, потому что мне надоело ставить всякую хероту различную для каждого девайса, там, свой этот... А, у тебя уже от Logitech что-то было в экосистему? Типа? Вот у меня наушники и мышка. Бля, вот я все смотрю, типа, на наушники... И облизываюсь на SteelSeries, а Logitech, блядь, мне, ну, очень не привлекают дизайном. Мне SteelSeries тоже нравятся, но я уверен, что следующими моими наушниками, скорее всего, будет тоже Logitech. Ну, опять же, потому что не хочу какой-то еще один софт ставить. И я вот сейчас, короче, я хочу с беспроводной зарядкой наушники. Потому что меня... Пиздец затрахало, ну вот, затрахал провод на столе. Вот, блядь, ну он, вот удобно, что он длинный, что я могу его просто сейчас во время игры подключить, и будут заряжаться они не отключаются на время зарядки, это тоже очень круто. Вот, но, блядь, вот когда ты не подзаряжаешь, провод занимает, сука, пол стола, блядь. Это, блядь, бесит, ну вот. А так вот взял, с наушники снял, положил на площадку инфоцешную, фу, кивайную, блядь, перепутался, чит, точнее. Просто положил ее, и все, она заряжается. Не нужно даже вспоминать про это, зарядил ты ее или нет. И такие наушники есть только одни сейчас. Да. Блядь, забыл, как называется. На А вроде как-то. А, HyperX, во. Только HyperX-овские. HyperX? Да. И во всех обзорах говорят одно и то же, что у них говно микрофон. Вот. Ну, как бы... И стоят они... Вот они 2 недели назад стоили 17 тысяч вместе с подставочкой для зарядки. А вот позавчера я зашел в DNS, мне там в избранном наушники вместе с подставочкой, хуяк, уже 20-ка с лихуем. Нормально. Вот, так что я теперь жду, пока кто-нибудь еще выпустит зарядочкой QI-ной и... С проводной зарядкой. Вот, ну ладно, я... Это понт. Да нет, это не понт, это удобно. Нет, в современном мире, в нынешнем пока что это понт. Просто. Нет, ну, это удобно. Это понимаешь, это... Вот в телефоне беспроводная зарядка, да, она там не особо нужна, потому что, ну, по моему опыту знаю, что заряжать телефон только когда он лежит на столе, это неудобно. А вот для наушников это самое оно. Для наушников это идеально, когда ты их просто можешь снять, положить, и они заряжаются, и ничего для этого не делать. Я про другое, я про то, что, понимаешь, это дополнительная... подъем стоимости наушников. То есть это наушники априори в каком-то ценовом сегменте не самым популярным получаются. Вот.
и массовость этих наушников на рынке, цена априори невыгодна. То есть, если их будет много, то это нужно будет как-то удешевлять производство. Да. То есть, это на чем-то экономить, выпускать да. наушники. Ну, то есть, как сказать, многие люди в плане наушников не захотят жертвовать, то есть, качеством заради беспроводной зарядки. То есть, так вот, да, ну... Так с гипериксами и происходит. Я не хочу жертвовать качеством микрофона ради беспроводной зарядки. Ну вот, я тебе о чем и говорю. А там, типа, чем-то надо жертвовать. Гипериксы, они... Хотя, не знаю, кстати, Няшу Никиту Сякина, блядь, слышно нормально. Он в хипериксах, типа, гоняет. Его слышно добротно. Он все солихи тогда хипериксы там что-то за 2500 взял. Вот. Ну, как бы в видосах на Ютубе там не голословно говорят, что типа хуёво звучит там прямо, ну, вот типа демонстрация. И, блядь, звучит просто ужасно. Ладно, я пошел устанавливать новую клаву. Давай, давай. Приходи в Call of Duty и Fortnite. С колдой надо подумать. Да блин, с колдой у меня проблема такая, что мне в войсе нормально не посидеть, у меня дискорд глючит, когда колда запущена. Вот. И то есть я зачастую в колду играю один из-за этого. Вот новый режим вообще. Кстати, там завезли еще один новый режим. Четверки, КБ-четверки, реалистичный. Без карты. Но я бы не сказал, что повреждение реалистичное. Ну, я понял, это типа просто этот интерфейс скрыт там. Вот, и как-то, ну, из него ливают люди еще более охотно, чем в простом. То есть, ну, убили, все сразу ливает из игры. Без ГУЛАГа, без воскрешения. Поэтому там совсем все глухо, и я вернулся вот в новый 50/50. А там мясо, вообще. Там снайпера, мне кажется, тащит. Угу. Прилично так. Ну, всегда есть возможность. Там же знаешь, как еще тебя специально, когда тебя убивают, тебя скидывает не в том же месте, а на противоположном. Угу. Чтоб ты, типа, не пытался добраться до того, кто тебя только что убил в другом месте, а просто, ну, слишком много времени будешь на это тратить. Просто для того, чтобы ты спрыгнул и побежал вперед. Угу, угу, понял. Ну все, ладно.